Да, Руслан, да. Как-нибудь я тебя угощу своей котлеткой. Да? А что, да. У тебя мясные или вегетарианские? Нет, я ем куриные только. Куриные? А курица – это мясо или птица? Птица, конечно. Точно, да? Ну и мясо. Руслан, тебе сделать как кофе с сахаром или без сахара? Без сахара. Без сахара. Без сахара. Да. С молоком или без молока? С молоком, без сахара. Угу. Спасибо. Да, окей, мы только закончили играть. Так. Господа. Валь, венечка, освободи красную штуку, чтобы было пусто. Накрою, чтобы горяченько было. Картошечка, водочка, вино. Картошка, ничего, я сейчас оденусь и пойду. The forks in the middle. Мы только закончили. Plastic forks. Окей. Давай, сиди. Скромно. Как перевести транслейтер на английский? Скромно? Скромно. Венечка, достань пластиковую вилку, он затянулся. Марик, как скромно по-английски? Like any juice or maybe water? Yes, I have it. Марик, okay. Как скромно по-английски? No wine, right? No. Давай. No. Никто не знает. Живем в Америке, не знаем, как слово, как перевести скромно. Картошки сварили, будем. Ну, а как? Где я туда утром. Она ждет меня, чтобы я выспался утром. Ну ладно, дорогой, чтобы все было хорошо, чтобы были здоровы. Ну, окей. Немножко. У нас все было, и ничто за это нам не было. Дай Бог, чтобы все хорошо было. Thursday, it has to be a Thanksgiving day. Everybody will sit around the table with the families, with the friends, and eat the turkey and some kind of food. And some kind of drink. Anyway, we have a family here, and I will propose the toast for our family. And I hope many, many years we will be together and celebrate any holidays, American holidays, Jewish holidays, Russian holidays, doesn't matter. We celebrate it together because we have a family, and we have to be have to have attention to each other like a family. I love all of you. You too. I'm very happy that you are with me over here in my house and enjoying what I'm doing. You're doing the same thing. Высоко взял. Вон оно. Вкусно. Надо знать. Самое главное, картошечка, лучок – это самое лучшее закон. Есть у меня оркестровка. Сколько ты в Америке живешь? Котлетка готовится просто. Берешь паунд курятины, фарш хороший. Добавляешь картошечку, лука побольше, перчик. Ну, соль, естественно, яичко туда. И начинаешь это самое. Ложишь на сковородочку 30 минут. Кладешь. Ну, и кладешь, извини. Кладешь тоже. За несграмотно. Надо и ложишь, да, и кладешь. Да, ложишь и положишь, и все. И начинается. Прикрываешь, так смотри, и наблюдаешь, чтобы не подгорели. Так. Вот. Потом раз, смотришь, переворачиваешь, все, 30 минут снимаешь. Все. Накрываешь, ждешь, пусть попарится еще чуть-чуть. Так. Потом открываешь. Слушай, ну у тебя целое колдовство. Стопочку наливаешь. А без стопочки никак, да? Она не помешает. Это я просто вопрос на насыпку. Конечно, да. Ну, немного, чуть-чуть. Для аппетита. Для настроения. И начинаешь кушать.
картошечка, котлетка, салатик, and ну и коньячок там, или водочка, это уже по желанию. Зуб даю, мы посидим так. И братана позовем.